Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор винтовочной пули от американского производителя Нослер. У меня в руках пули линейки E-Tip в калибре 323, это 8 мм маузер, вес 180 грейн, 11,7 грамм. Баллистический коэффициент 0,427. Вот. Я так вот как-то опрометчиво сказал, что это да, 8,57 маузер. Вот. Ну, это маузер 323, естественно, да, то есть 318. В 318 калибре к маузеру эти пули использовать ну, категорически не рекомендуется. Ну, к счастью, стволов в 318 уже осталось очень мало, поэтому вот, продолжу. Пуля категорично охотничья, категорично прекрасная, категорично она мне очень нравится. Вот. Хотя в 323 калибре я и не работал, но в 308 отлично, отлично она себя зарекомендовала. Пуля отпускается производителем в картонных боксах по 50 штук. Пуля бессвинцовая, пуля очень высокотехнологичная. Вот я вам сейчас ее показываю. Вот такая вот она на вид. То есть при ударе эксклюзивная технология там от Нослера там Energy Expansion Cavity позволяет мгновенно и равномерно расширяться, но при этом сохраняет до 95% от веса пули. То есть фрагментации практически здесь никакой нет. Вот. Эта технология обеспечивает удивительную силу торможения, да, и бесподобное проникновение в широком диапазоне скоростей удара, конкурируя с любыми пулями, да, со свинцовыми сердечниками от ведущих производителей самого высокого качества премиум, да, то есть ну вот из особенностей ну, то, что эта пуля в принципе бессвинцовая, да, то есть пуля опять-таки у них там почему-то есть такие территории, и не дай бог они у нас появятся, где нельзя охотиться с пулями со свинцовым сердечником, да, то есть эта пуля может ну, использоваться в тех регионах. Вот. Ну, опять-таки, тут у него есть конкуренты, тут же там Lapo Naturalis. Да много, на самом деле, бессвинцовых пуль. Ну, не суть. Вот. Короче, вот у них, у этих пуль есть полимерный наконечник. У всех калибров в этой линейке он зеленого цвета, в отличие от баллистик типа. Вот. Пули высокотехнологичные, да, то есть там присутствует какое-то кольцо управления расширением внутри пули, хотя она, в принципе, ну, у нас без сердечника, да, но все равно это сплав, он сумасшедшая там, короче, у них технологичная развертка, как бы, да, то есть вот это вот кольцо внутри пули, грубо говоря, латунь на латуни, да, оно вот обеспечивают управление расширением, да, контролируемое расширение, вот, опять-таки, в широком диапазоне скоростей. То есть, ну, пуля работает, ну, как большинство пуль компании Нослер, от 550 метров в секунду, вот, и до бесконечности, да, то есть, в принципе, там какого-то лимита по скорости нет. Вот. Существует также при изготовлении этой пули, да, то есть предусмотрена эксклюзивная камера, да, которая вот, у нее двойное расширение идет, это Energy Expansion Cavity. То есть тоже мы ее здесь не видим, как бы, да, но она есть. Ну, на самом деле пуля просто прекрасная. Не факт, что она подойдет вам, не рекламирую, да, то есть, но если полетит, вы будете довольны. Ну, а если не полетит, значит, не полетит, да, значит, уже, ну, тут нужно ну, экспериментировать просто, понимаете. Опять, нет универсальной пули. У кого-то в 323-м лучше летит Sierra, у кого-то там даже Акубонт, а у кого-то E-Tip.
Но так вот, как показывает опыт, да, то есть пули совершенно вот, ну, что Акубонт, что Етип, да, Баллистик Тип и так далее. То есть даже в одной фирмы все пули имеют разную оливку, и они летят всегда по-разному. Если не летит одно, не значит, что не полетит другое. И если летит одно, то не факт, что другое полетит так же прекрасно. Поэтому вы имейте это в виду. Вот. В конце своего ролика я прикреплю анимацию от производителя, где будет показано, как работает эта пуля в графике. Сейчас я вам расскажу, какая длина у этой пули. Тридцать пять целых три десятых миллиметра длина этой пули. Ну, естественно, я бы рекомендовал в охоте, да, то есть эту пулю на средних, и если тянет ваша оптика, да, то есть можно использовать и на дальних дистанциях по средней и крупной дичи. Вот, то есть, ну, все опять-таки, все эти рекомендации, они субъективны, да, если вот ваш инструмент приспособлен для дальних дистанций, то да, вот, если все у вас хорошо, если потвисту эта пуля подает, потому что, в принципе, вес 180 грейн относительно такой, ну, не тяжелый, да, то есть даже для 8 на 57 маузер, а 8 на 68, признаюсь честно, два раза пробовали на разных инструментах, не пошло. Не пошло. Это по чесноку скажу, поэтому. Ну, 8 на 68 инструментов много, поэтому тут вы имеете право попробовать. Все, господа, спасибо большое вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Вот. Мы рады рассказывать вам о пулях, которые попадают нам в руки. Хороших вам охот. Удачных точных стрельб. Всех благ. До новых встреч. The Nosler E-Tip is the obvious choice in lead-free one-piece bullets. Our OD green polymer tip initiates expansion immediately upon impact, while the expansion control ring ensures controlled expansion over a wide range of velocities. Nosler's exclusive energy expansion cavity features a dual expansion chamber for uniform expansion and amazing energy transfer. Solid copper alloy construction and a one-piece design result in 95% weight retention for superior penetration, while being approved for use in all lead-free zones. For the ultimate combination of expansion and penetration in a lead-free bullet, choose Nosler's E-Tip.